Яся комар. Я не знаю, если вас слышно звук, который она делает, но она такой делает, так, как будто как бз, но прикольно так. Дома покажу, без ветра. А ну сделай в этой камере. Ну вот так она делает. Марсик что-то не идет. Марс! Тишина. Стой, стой. Мангальчик он какой интересненький. Давай, давай, Буйс, ну цепляй его. С добрым утром, я вам сказала. Доброе утро. Шмулик по утрам снимает птиц. У него новое хобби. Я камеру пошла на балкон брать, а он мне говорит, поменяй батарею, говорит, там же батарея села, короче. Батарею мне садит. Птичек снимает. Пупсик. Ну пусть снимает, пусть снимает. Котик, давай, давай. Киса, 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 киса. Марсик. Оп, оп. Буся, идем, идем. Зима у нас, ребят. Ну такая. Кайфовая такая зима. Да, Бусь? Мы опаздываем, как обычно. Все нормально. Что-то сегодня прямо еле-еле вообще. Еле-еле. Встали. И Яська не хотела просыпаться. Давай, Бусь, топай, хорошо? А я закрою, ладно? Давай, топай, топай. Я тебя проведу за забором вот здесь, хорошо? Пойдем Яську проведем. Ова, я тут, котик. Сейчас откроют тебе. Открывай. Заходи, закрывай дверь. Яй, заходи. О, господи, твою мать, испугалась я. Что это? Ты кто там такой? Зверь. Ну какой? Сидел там себе котик, спал тихонечко. Испугалась, я не видела его. Так, все, Яска в садике. Пупсик, давай, идем быстренько, сделаем дела. И домой. Ты меня повел. Марс, ну-ну-ну, давай уже, идем. Повел меня к кустам и обратно возвращается. За Яской мы притопали, ребят. Кто плюется? Яся, не плеваться. Такая принцесса прямо. Плюются, кто дальше плюнет. Прохладненько у нас. Там со Шмуликом стоит. Со Шмуликом друга. Ну, пойдем домой. Меня зовут Рима. Рима? Бабушку Рима зовут? У меня тоже есть Аня. И бабушка Аня? Класс, да. Ну, пойду к Лер, сегодня на день рождения. Здорово, сегодня день рождения. Одевай капюшон. Я не взяла его, потому что он не любит под дождем. Марсик, Боли. Марсик. Сик-сик. Вау, большой! Шмулик! Да и блондинки какие! Блондиночки! Аккуратно! Тихо, тихо!
пупсики. Все кайфанули сегодня. Видно меня? Под фонарем я. Пупсики, всем привет. Мы со Шмуликом. Шмулик, скажи привет. Иди сюда. Сюда иди. Скажи привет. Привет. Добрый вечер. Добрый вечер. Сейчас вам кое-что покажем. Очень красивое. Очень красивое. Вот сейчас прям так бу-бум, будет очень круто. Ну, идемте, покажу. Это наши бахайские сады. Ребят, мы в Хайфе. Мы привезли яйцо к бабушке. Вот, и заехали тут на прогуляться. И, наверное, купим елку. Вот такая красота. Это целая огромная такая улица длинная. Мушева Германии их называется. И вот так вот ее украшают каждый год. К Новому году. Вот так вот куча огней. Просто сказка. С детьми сюда приходить, это просто шикарно. Вот. Мы с Кеской были в прошлом году здесь. В этом году мы уже поздно просто, поэтому мы ее отвезли к бабушке сразу. Вот. Ну и по дороге домой вот мы решили заскочить сюда, показать вам красоту. Там впереди будет елка. Да? Вон она, ее уже видно. Елка здесь просто у нас во всех новостях, например. Вот, про эту елку ее снимают, в новостях показывают. Вот, ни в одном городе, наверное, такой елки не было, как в Хайфе здесь. Очень красивая. Сейчас мы найдем, ребят, магазин, и я надеюсь, что мы купим елку, чтобы у нас дома тоже стояла елка. Сначала психанула, думаю, блин, если Яска к бабушке едет, вот так думаю, наверное, мы не будем покупать елку. А Шмулик сказал, нет, пусть у тебя будет Новый год. Поэтому, наверное, купим елку. Да, пупсик? Да. Да. Давай, елочка тут тоже красивая. Класс. Шмулик хочет шварму. Только Шмулик? Я тоже хочу шварму. Да, спасибо. Я тоже. Спасибо. Я за любой балаган просто. Шварму так шварму. Везде, где мы пока нашли места, там только мусульмане арабы делают. Но у мусульман Шмулик кушать не хочет, поэтому это должны быть либо иудеи, либо, либо христианские арабы. Да, потому что молоток и мусульмане здесь арабы мусульманские убивают животных без всяких правил просто. Там бедные животные просто в перепуге. Вот. Какое-то мясо вообще.